Продолжение. Купил я вот такие вот овсяные хлопья. Это растворимые, написано instant, но они быстро разваривающиеся, то есть минута варения, варить их нужно. Я купил их прямо две пачки по килограмму, потому что это значительно дешевле. Я потом напишу все цены, которые я за что купил. Затем купил вот такую петрушку, специю, купил черный перец с горошком. Это соус сэндвич производства Метро. Я уже пробовал, очень вкусный. Томатный кетчуп был по акциям, напишу, сколько это все стоит. И вот такую вот, называется паприка в павлоке, паприка в сливках. Купил вот такой вот соус болонеза, купил любимый свой суп кокошу, это куриный суп. Купил вот такую вот такие консервы, это скумбрия в масле, купил вот такой плавленый сыр чеддер. Купил вот такие вот панировочные сухари, потому что у меня заканчиваются уже. Купил манку. Вегета была по акциям. Все цены будут потом нарисованы. Рикотту сыр, полкилограмма. Яблочный уксус купил. Огурчики купил. Разрыхлитель для теста. Еще вот такую скумбрию купил, тоже в масле. Масло. Сливочное, затем сыр такой творожный, затем сыр в листочках, ну то есть ломтиками, да, бутербродов. И вот тоже были по акциям бондюэль, и горошек, и кукуруза, и фасоль. Все очень было дешево, значительно по сравнению с тем, как я показывал во всех магазинах. Затем мне захотелось вот купить вот такую колбаску, попробую я потом, расскажу о ней, что это за колбаска такая, вот она такая колбаска. Затем купил гречку, килограмм. Затем купил карбоната. Затем вот такой крем-сыр. И не удержался, купил вот такую шикарную клубнику. Сколько стоит, все тоже расскажу. Здесь где-то больше чуть полкилограмма получилось. Вот такие вот еще очередная партия моих покупок в Метро.